вода чистая, но очень холодная. Это не лагуны и не мелководье океанское. Ой, водоросли пахнут йодом. Вот такой йодовый запах. Вот тут, наверное, водичка будет чистенькая и тепленькая. Видно, забросила воду штормом. Сейчас нет. Места дикие, удаленные от цивилизации. Не спрашивают, что у вас со звуком? У нас со звуком все хорошо. У нас сигнал отсюда уходит. А куда он идет? Сюда идет. О, ку-ку. А куда его? Оставить некуда. Потому что тут девайс, на который я снимаю, у него дырочки нет. Поэтому звук уж какой есть, такой и есть. И ничего не поделаешь. Вот оно есть, труба есть, а патефона нема. Вот такие скорбные дела. Так что мучайтесь со звуком. Как что есть, то есть. А новое покупать не буду. Здесь еще кухня, китчен. Нужно приготовить, покушать себе. Плита, наверное, зимой топится. Газовая огромная. Здесь мойка. Люди оставляют свои фотографии. Наверху краболовки вот такие вот. Краб ловят. А это, наверное, самоделки делают сами. Тут вывешивают. В дарт играть можно. Что только не вижу эти стрелы. Наверное, есть тоже где-то. Да, интересно. Фотографий очень много. Вот. И такой вид из кухни. Сегодня воскресенье вечер. Все разъехались. Оставили свои кибитки, что они лентуют вообще круглый год тут. Тут, конечно, хорошо. Солнце скрывается в тучах к вечеру. Не к добру натягивает плохую погоду. Будет дождь или туман. Как и ожидалось, с утра туман и моросит мелкий дождичек. Надо купить сеточку яиц. Больше
больше здесь покупать нечего. А если есть что-то очень дорого. Отъехал от берега буквально 5-8 километров. И туман, как и дождь, как рукой сняло. Появилось голубое небо, и ехать стало уже веселее. Место красивое. В парке. Шел тень. Ты был сын. Парк Нового Скотча. Бесплатный вход. Можешь стоять тут. С 10 до 6 утра запрещено. Вот так вот. После долгих дум и размышлений под сенью деревьев в тенечке было принято решение ехать на Кейп Бриттон. А впереди знаменитый мост зеленый, на котором написано Кейп Бриттон. Кейп Бриттон — это остров, но так название дали ему, как мыс. Что делать? Вот так вот теперь оно и есть. Слева-справа красота такая. Да. Welcome. Вот здесь я ночевал. Здесь тоже какой-то парень ночевал, пожилой. Вот. Но он уехал в Тим Хортонс на завтрак. Место неплохое. Наверху мост. Тут гравий. Ну что, сегодня ночь утром. Даже не ночь, утром прошел дождь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот. Ну, пока есть перерыв, надо сваливать. Надо проехать. Все, поехали. О, еще одна лодочка выходит из дока. Здорово. Упс. Гонит. Ух ты, их уже 4 прошло. Очень рыбу ловит. А пасмурно сегодня тоже будет.
эта машина маленькая, впереди стоит. Ой, ветер сильный. Просто сильный ветер. О. Картошечка варится. Сегодня можно, потому что на улице не так жарко. А картошечка любит хороший вид из окошечка. Вот такой вид солнышко проглянуло сегодня. Находимся возле Санкт-Питерс-канала. Эх, а картошки хочется-то. Пюре. Голь на выдумку хитра. Поехали. Ой. Вот так мы помнем картошечку. О. О, замечательно. Потом кружку оближем. А что делать? Нема. Походные условия. Ядреный корень. Ладно, возьму две руки, а то так неудобно. Появилось солнышко после обеда. Вот еще одна подошла яхта, серьезная, океанская. Будет проходить канал. Ветерок попутный, вот ее потихоньку гонит. Потом, наверное, будет швартоваться. Ну, а мы пообедали. Работает генератор. Подзаряжают батареи. Сегодня пошел второй день. Что-то моя основная батарейка приказывает Богу душу отдать. Но ничего, пока держит все. Вот, у меня есть еще одна. Ну, совсем другое дело, совсем другой вид. А на той стороне Новоскочи парк. Въезд платный, но что платить деньги, если можно так погулять. Тетенька пошла открывать следующий лог. Почему? Разница в воде, не знаю. What is difference? Is it less or up? Oh, you're filling up. Okay. So there's two sluice valves. There's a sluice valve in each gate. Uh-huh. And I opened them. And each sluice valve can pump 5,000 gallons per minute. Oh, wow. So 10,000 gallons per minute is going into the lock right now. So you'll be going up after close or another one? Yeah, once we open this, we'll leave the sailboat and then we'll go down and open the bridge and then tell the boat that they can go. Is this free for boaters? Oh, you don't need to pay nothing. Wow. Run by Parks Canada. Good. No revenue. Right. Thank you. You're welcome. So I can drive by bike on this road, yeah? Yeah, because sometimes, you know, this is maybe for service road. It's fine. Yeah, you go ahead. Okay, thank you. You're welcome.